у меня не было больших ожиданий. Это первый раз для меня, что я пришел на такой конгресс, но я очень впечатлен, что есть столько много разных русских и не только русских компаний, которые занимаются с SPG-проектами, и это очень хорошее место, чтобы делать новые знакомства и узнать много новых информаций, что происходит в России в сфере SPG. Конгресс только что начинался, поэтому я больше всего встретился с бывшими знакомыми, которые для некоторых из них потерялись на несколько лет, и из-за этого я смог узнать текущий статус новых проектов, и надеюсь, что в ближайшее время я смогу познакомиться с новыми будущими коллегами, скажем так. Конечно, это очень хорошо, что наконец-то можем делать такие мероприятия офлайн. И то, что я считаю очень хорошо, это что есть выбор для тех, которые еще хотят остаться в онлайн-режиме, можно все смотреть онлайн. И для тех, которые готовы снова встречаться, можно выходить и познакомиться с людьми. Это очень хорошо.